Вау, сегодня похолоднее, чем было. Три дня были такие теплые, а вот со вчерашнего дня похолодало. Прям так прилично похолодало. Ну ничего, на карантине, когда дома все, то такая погода даже хорошо. Потому что когда очень тепло, то как-то тяжело дома сидеть. Когда прохладно, как бы сидишь дома, на улице холодно, ты в тепле, греешься, теплый чай пьешь, телевизор смотришь. Приятно дома сидеть, когда плохая погода. А вот когда хорошая, очень сложно. Лягушечка. Здесь живет, проснулся, слышно его. Занимаюсь каждый день зарядкой. Вот по лицу даже видно, что уже немножко есть результат. Сбросила. Такие уже щечки стали похудее, чем были. Вот, так что классно. Я не ленюсь каждый день. Теперь в любую погоду буду пробежки делать. Ну или если не бегом, то так быстрым шагом буду ходить. Собачку пропущу. Супик такой хороший. Уже гуляют с собаками, значит, уже времени где-то в районе 8 часов. Обычно я рано прихожу в 6, чтобы бегать, потому что когда собаки ходят везде, я как-то не могу бегать, а я, ну, не знаю, люблю бегать, когда мало. Мало всех на великах, мало катаются и ходят. Как-то я не знаю почему. Ну хотя, когда хорошая погода, уже без разницы в какое время. Но все равно в хорошую погоду только гулять получается. Бегать я все равно, когда много людей, я не могу почему-то бегать. Ну или ухожу в такое место, где вообще никого нет. Вот. А здесь как-то все всегда люди гуляют. Ну сейчас поменьше, конечно, вот когда нет карантина, да еще если теплая погода, то тут, конечно, только рано-рано никого. Прибежал ко мне. Ой, не надо. А! Нет, мамочки. Иди сюда. Уберите. Вообще нормально. Кричит мне, уберите. Это такая
такая собака активная, нужно с поводком ходить. Не кричать, блин, берите. Ну, победы! Спасибо и вас.